Вернувшись в воспоминания. Омин, Сорозан, Мисе, Агену, Жиганжане. Достандал, Сорого. Прекратите. Ямете, пожалуйста, не убивайте меня. Помогите, не приближайтесь. Что с тобой? Что случилось? Не убивайте меня. Все в порядке. Тебе здесь нечего бояться. Можешь расслабиться. Мы ничего тебе не сделаем. Вот, возьми суп. Быстрое приготовление, правда. Так что случилось? Как тебя зовут? Санта Сакума. Значит, Санта. Ты, наверное, в шестом классе. Да. Держи. Это тебя согреет. Где ты живешь? Дэнэнхофу. Кто твои родители? Мать Шуичиро Сакума. Шуичиро Сакума? Владелец ангел коммуникации? Ух ты, магнат. Кто это? Ты не знаешь? У него несколько коммерческих передач по телевидению и радио. Каких? Ну, которых заставка такая. Пепе убили. Убили? Мы вместе убежали, но они убили его. Они? Шонта, расслабься. Остальных тоже убьют. Остальных? В том подвале было много детей. Нас держали вместе. Их убьют. Похоже на массовое похищение. Похищение? Что случилось, Юми? Ты побледнел. Ничего. Шунта! Мама! Шунта, я так волновалась. Шунта! Мама! Мне было так страшно. Теперь все будет хорошо, Шунта. Большое спасибо вам. Пожалуйста, не плачь. Свою с ней не знаю, так и простаюсь, как вы. Вам пойдет Катрея. Йодзи. Эти розы так прекрасны. Ага. Тысячи йен за одну? Так дорого? Я покупаю все ваши розы. Большое вам спасибо, Ока. Я тебя не прошу. Оми, выпиши мне чек. Хорошо? Префектуры Тачими.
Лесово возле реки Кабаяши было найдено тело Типея Кимиморы в районе Каганава. Он считался пропавшим, и поэтому дело шло расследование. Но сейчас открывается дело по расследованию убийства. Окей. Извините. Оля, что это? Что это? Что это? Что мне сказал, что с ним происходит? Типея Кимура, еще ребенок. Типея убили. Мы вместе убежали, но... Что это? Это Типея, в котором ты убежал? Я так и думал. Сказал, там было много других детей. Ты знаешь, где они? Шонка, ты сказал, что их держали в подвале. Я не знаю, у меня на глазах была повязка. Это очень важно. Мы можем спасти детей. Не бойся. Если ты захорон кроешь от страха глаза, то можешь до конца своей жизни не избавиться от него. Если ты хоть что-нибудь заметил, это поможет. Может быть, ты слышал что-нибудь? Я слышал машины. Что-то вроде двигателя машины. Возможно, гараж автомастерской. Там был звук, как будто поезд. И какой-то звон. Хорошо. Наверное, это будет железнодорожный переезд. А еще? Там был дракон. Дракон? Большой дракон с восьми головами. Дракон с восьми головами? Достаточно. Пожалуйста, оставьте моего сына в покое. Я не знаю, что вы для нас сделали, но, пожалуйста, не надо больше прощаться. Оми! Я кое-что вспомнил. Я вспомнил, что нас там покачивают так, как будто мы парим. Спасибо, Шонта. Мы найдем того, кто это сделал. И спасем всех, кто там остался. Да, мы получили 20 человек, как я и заказывал. Но здесь нет 7 номера, которого я тоже заказывал. Что? Он убежал? Плохо. Вы должны дать мне еще одного такого же. Я понимаю. А мне не нужно для эксперимента. В следующий раз вы пытаетесь привести ко мне 30 человек. Мне приходится увеличивать цену. Что? Полиция начала расследование. 3 миллиона йен за одного человека – это слишком дешево. Самое сложное – это получить выкуп и отдать заложнику. А твоя работа простая. Вы просто посещаете. Вы получаете 3 миллиона йен за простое посещение. Что может быть проще? Я подумаю. Ублюдок. Он понятия не имеет, как опасно было похищать этих 20-ти. Но ведь это просто, нам ведь не надо требовать за них выкуп. Дурак! За одного 3 миллиона, за 20 60 миллионов. Поделим трех, останется всего 20 миллионов. Результат паршивый. Чем больше мы похищаем, тем настойчивее полиция, и, соответственно, опаснее. Ты прав. А что ты скажешь, если мы прямо сейчас возьмем крупный куш? Крупный куш? Сбежавший парень сын-магната. Если мы похитим его, мы получим огромный выкуп. И уедем за границу. Хороший план. Такие заурядные личности. Хелл, эксперимент готов к началу? Тела 20 пропавших детей были найдены сегодня у горы Фудзи. Убили. Хотя сейчас идет расследование, никакой информации еще не получено.
Ваш сын у нас. Приготовьте 50 миллионов. Папа, помоги! Помоги! Мне страшно! Помоги мне! Твой отец сказал, что он не будет платить. Это ложь! Мой папа нет! Придется продемонстрировать, что бывает, когда не платят двойку. Твои родители бросили тебя. Они так жестоки. Помоги, папа. Ваня, что с тобой? Извините, я в порядке. Члены ВАЙС, вот ваше новое задание. 20 пропавших детей были найдены мертвыми. Мы узнали, кто их похитители. Ваше задание избавиться от этой троицы. Микио Ката, Кичини Сада, Сэнджижаро Ямагами. У полиции нет против них никаких улик. Им понадобится слишком много времени, чтобы поймать их и привести к правосудию. Охотники света, преследующие зло. Уничтожьте будущее этих злобных созданий. По вашим лицам я вижу, что вы будете участвовать все. Мы знаем, где прятались эти трое. Но ведь мы вероятно, что они уже ушли оттуда. Сейчас критики собирают необходимую информацию. Надпись полиция. Здесь. Оми. Я тогда не папа спас. Боку скутте крета нуа папа же накатта. Это был Перс. Перс боку скутте крета. Перс спас меня. Манкс, ты же знал об этом. Бокуа. Мои родители. Бокуну уява. Чему они? Досте бокуа. Назе. Почему папа не заплатил выкуп? Досте миносирокин во дасте куренакаттаро? К тебе возвращаются воспоминания. Киоку га йомигайтэр ё не. Пожалуйста, вы только не убейте меня. Скио но оми ха перса га цкета намай даро? Это имя дал мне перс? Осиэте ё папа но намай ё. Скажите мне имя моего отца. Кто я? Даре да но? Оми, зачем ты здесь вспоминаешь? Ненависть ведет еще больше ненависти. Забудь, когда уже снимаю ненависть. Тогда ты будешь счастливее. Перс тоже так думает. Перс всегда заботится о тебе. Верь ему. Не думаю, что убедила его, но я уговорила его не встречаться с вами по этой причине. Но если произойдет подобный эпизод еще раз, я буду готов к этому. Ты хорошо справился, Макс. Твой отец сказал, что он не будет платить. У тебя жестокие родители. Оми, где тебя носит? Того мальчика опять похитили. Шонта? Мы все подключили. Когда похититель позвонит, постарайтесь говорить с ним подольше, чтобы мы смогли отследить его звонок. Хорошо. Крепись, Шонта вернется к нам. Ты? Где Шонта? Я так и думал. Это Сакума. Если хочешь увидеть своего сына живым, приготовь 500 миллионов йен наличными. 500 миллионов? Где я найду такие деньги? Ублюдок. Подумай о своем сыне. Если хочешь вернуть его, приготовь деньги.
Позже мы с тобой свяжемся. Подождите, алло! Это невозможно, у нас нет таких денег. Дорогой, я сделал все, что смогу, но 300 миллионов это максимум, что я могу. Нашел ты! Почему? Почему ты не спас? Я хотел, чтобы ты спас меня, но папа не спас. Меня убьют, если ты не спасешь. Никто не поймет, что ты тут ребенок, брошенный родителями. Я спасу тебя. Я спасу тебя. Он бежал всю ночь и встретил меня на восходе. Это будет примерно 6 часов. Его скоростью это будет примерно... Да, здесь! Они где-то в этом радуются. Рядом с железнодорожным переездом. Гараж с подвалом. Что? Проверь, как там остается рядом с железнодорожным переездом? Это гараж с железнодорожным подвалом. Ты о чем говоришь? Ребята, пожалуйста, просто послушайте меня. Я сейчас передам вам их возможные местонахождения. Поторопитесь. Гараж для ремонта в этом районе? Да, но сколько здесь может быть? Хватит замечаний, приступаем. Извините, но в вашем гараже хоть нет подвала? Нет, нету! Вы так прекрасны. Не хотите ли как-нибудь проехать со мной? Мне нравится водить и мне нравится женщина. Йоги, у нас нет времени подвозить кого-то, пошли! А что ж, до встречи. Дракон. Я видел большого дракона с семью головами. Сука, а самое на ногах аркадию не видел. Эти фонари похожи на дракона. Грузовой корабль. На самом покачивало, как будто мы парим. Нашел. Ну что, Сакума? Что с 500 миллионами? Понятно. Готово? Хорошо. Даже если нам придется потерять наш дом или компанию, мы готовы на все, чтобы вернуть Шонту назад. Пожалуйста, верните нам его невредимым. Успокойся, я слежу с сообщим, где произойдет обмен. Его отец приготовил деньги. Если все пойдет в соответствии с планом... Похоже на Маканя. Возьмите фонари. Он пропал. Что? Молодец, у тебя получилось. Он! И папа, но мама, вот я замечательные родители. Тебе повезло. Ты беги по этой дорожке. О, мяу, как же ты? Со мной все будет в порядке. Ты ведь уже большой. Ты сможешь вам справиться? Спасибо, Оми! Будь осторожен. Вот! Ну кто? Охотник света приходит в грязных проникнутых мира.
Вайс. Вайс? Кто? Вайс? Вайс? Ублюдок! Еще один? Ублюдки! Я вас убью! Я избавлюсь от вас! Ночью недавно похищенный Шонто Сакума был взят под охрану в целях сохранения его безопасности. Я считаю, что это он спас мальчика. А где он? Пит, наверное, еще. Что ты будешь делать из него с ненавистью? Ненависть и ненависть. Ох...